ничего тебе не сделаешь. Хлебницы трехметровые. Ты хлебницы уже трехметровые делаешь? Круто. Уже трехметровые хлебницы пошли в работу. Сейчас мы вам расскажем и покажем. Новогодние праздники у нас с трудом и с умом. По многочисленным просьбам мы решили изготовить хлебницу трехметровую. Очень много было запросов. И мы сейчас ее испытываем и так далее. Миша, открой ее. Нам пришлось добавить, как видите, вставыши, где лист будет стыковаться поликарбоната. Подними-ка ее. Здесь будут ручки еще, все как положено. Вот так вот, трехметровое. Места мало. Сейчас мы ее обошьем, не будем даже сейчас разберем, в полимерку, в покраску. И завтра соберем образец вживую уже. Покажем вам с поликарбоната, как и что это работает. То есть, кто хочет, принимаем предзаказы. Все отработали, вот оно, видите, все нормально. Мы боялись, что это место будет. Но так как мы траву применяем 1,5 миллиметра толщиной, все шикарно получилось. Камера пошла, дубль первый. Нас пытали, мучили, а мы изобретали и думали. Вот такая хлебница шикарная, 3 метра длиной. Все, кто хотел, вставайте в очередь. Начали их делать. Испытательные образцы испытали. Все продумано. Даже здесь не как все. Смотрите. Поликарбонат горизонтально. Закрывай, Миша. Поликарбонат горизонтально. Следующий этап. Не внахлёст. Через здесь сделали через стыковочный профиль. Неразъемный. Здесь тоже. Все, смотрите, какая красота. Внизу соединяется тоже. Никакого нахлёста. То есть парник соответствует премиум класса высшего, так сказать, качества. Поэтому заказывайте, расскажем, покажем, приезжайте, смотрите вживую. Поехали. Значит, открытие-закрытие. Михаил Васильевич. Александрович, ладно. Васильевич. Самый веселый человек в Уральском Союзе. Ну как она открывается? Легко? Да, вообще легко все. Все легко, а теперь с другой стороны. Все, видите, ничего не задевает. Все отлично. Резиночки везде кругом. Торцевой профиль. Здесь резиночка, здесь резиночка. Везде перфолента, торцевой профиль. Вот такой шикарный парник. Ширина у нее 1,17 м, длина 3 метра. Так что готовы к заказу, к отгрузкам, даже уже есть комплекты. Готовые. Можем даже вот этот парник образец первому покупателю, так сказать, приезжайте, забирайте, продадим. Согласно прайсу. Ну все. Парник едет на выставку. Три метра длиной, напоминаю. Такой шикарный хлебница парник. Едем, едем на выставку. Правое плечо вперед. Лево, а не право. Блин. Как блондинки прям. Прямо теперь. Майна. Все, двигайте все, его. Зачем его? Прям двигайте туда, к стене. Да? В угол. А, вообще сюда? Конечно. Где? Открой, брат.